Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game. Тут у нас немножко навалило турнирчиков, есть бегство динозавров, где нужно победить 9 противников. 9, ну это уже у нас турнир будет для сражения наземными животными, не водными, как в прошлый раз. Потом есть, ну в общем-то бесполезный за 1500 очков турнир вот против таких вот ребят. Это стоит, наверное, пройти в гостевом аккаунте, там будет поинтересней. Здесь у меня и диносы заняты. Ну, самый мощный требуется вообще, вот капец, в два турнира. И сюда вот осталось 20 часов, но я его, походу, у себя в аккаунте не смогу пройти, потому что мои динозавры самые сильные заняты. И испытание своей силы вот еще у нас есть. То есть здесь обычным динозавром берем и будем сражаться против такого же, какого мы выберем. Ну, это мы, наверное, оставим напоследок. А для начала пойдем-ка вот сюда-ка. Нужно победить 9 противников. Ну, насколько я помню, тут они у нас, ну, не сильные ребята в целом. Потому можно взять вот как-то так, например. Не знаю, ладно, вы любите индораптора, я тоже люблю индораптора. Давайте вот так как-то возьмем. Посмотрим, может что поменялось, потому что изменения в игре идут. Новые стратегии у противников появляются, как мы уже заметили. Так что, ну вроде как ничего здесь особенного нет. Больше чем легендарные 30 уровня, по-моему, здесь не попадались последние разы. Посмотрим. Так, на тадзенгозавре сейчас нужно накопить побольше баллов. Ну, точнее, максимум баллов. Ну, не хотелось пропустить сходу так слишком много. Отлично. У него по нулям, так что считаем, что мы накопились по максимуму уже. Один, один. Раз, два, три. Раз, два, раз, два, три. Что-то перестарался, наверное. Хотя нет, прямо в яблочко, так сказать. Если не атакую, то я подменюсь. Подменился. У него остался один балл. Хорошо. Пожалуй, мы подменимся. И сделаем вот так. Осталось 4. Двоих я вижу. Вот легендарный 30 уровня. Ну, 28 принозух пока что. Это наш самый мощный. Так. И раз, два. Ну. Ну ладно. Ничего страшного. Пробиваем стопудово. И нормально защитились. Я думаю, раджозаврик нас не пробьет. Оу, 179, это печально. Сейчас мы немножко баллов накопимся, я назад переключусь на индораптора. Ну, по факту, один индораптор чуть больше, чем первого уровня, здесь вообще может все порешать. Так, аллозаврик, 178 уровень, кстати. По-моему, раньше не было таких вот высоких уровней, ну, обычных динозавров, но с высоким уровнем. Вроде таких не было.
Ну, отлично. Реально один индораптор затаскивается, и походу мы сейчас тоже выживем. Ну, рамфоринг. Оу, не, наверное, не выживем. Кстати, рамфоринг, ребятки, на канале есть отдельное видео по прокачке, ну, даже не по прокачке рамфоринга, а познавалка по поводу рамфоринга. Так что, кто не посмотрел, обязательно посмотрите. Найдите на канале видео про рамфоринга. Отлично, вообще 336 хелсов осталось. Победа! Так, я тут забыл про одну нашу традицию. У нас же, ребята, была традиция, точнее не была, а она есть. Так, в наборах, да? Нет, не в наборах. Вот здесь. Точно, вот здесь. Мы же прокачивать каждый раз должны были одну нашу статуэточку. Так, это у нас Дилас, а теперь будет Галимимич. 1, 2, 3, 4. Ну, нам потихонечку. Так, неплохо. Смотрите, сколько наград нужно собрать. Иметь одну титанобоа, иметь по одному, там, хотя бы второго уровня, да. Дилоса, Тирекса, Раптора. И этого достаточно. Вы разблокировали новую статую значок. Отлично. И вот у нас такой вот получился Галимимчик. Так, не забываем собирать мяско. Кстати, да, давайте же активируем нашу статую. Уже 11 клеток она собирает, но немножко не доходит еще до последнего. Так, давайте заглянем мы в гавань еще. Спасибо, очень привлекательно. А это всегда, пожалуйста, 34 миллиона. Это ни о чем, наборчики не трачу. Брантотерия продать? Не знаю, надо подумать. Это нет. И заходим. По традиции отдаю монету, беру баксы. 100, а что так мало? По 200 вроде обычно давала. Ну ладно, 100 так 100. Немножко сейчас восстановим монеток. Где-то у меня еще вроде была статуэтка. А, я вот сюда переносил. Ну так, ну, в общем, там еще чуть-чуть собрать, и будет у нас полный фарш. Тогда идем дальше. Идем дальше. И идем вот. Только обычный. То есть, ну, тут кем угодно сражаться можно. Давайте, кем я хочу посражаться. Диплокаулус. Диплокаулус. Подождите, а здесь... Это так теперь написано, как Jurassic World Live. А, по-моему, здесь раньше было Диплокаулис. Ну, может, или это где-то в научных фильмах Диплокаулис. Не знаю. Короче, ну, тут равный противник. Блин, зубы такие, как будто бы, смотрите, кого напоминает, ребята? Раз, два, три, четыре, пять. Напоминает акулу. Кстати, видео про мегалодона все посмотрели? Про мегалодона, который казали в фильме Мег. Кто не посмотрел, тот немедленно бежит, смотрит. Так. Если он нас атакует, мы его пробиваем. Ну, по-моему, на следующий ход он нас не пробьет, а мы его пробьем. Или на один всего лишь? Это как? Ну, может, если меньше трех, то мы пробили. Ну, он поставил защиту меньше трех, то мы пробили. Шикарно. Так. А, теперь редкий. Кем мы посражаемся? Манолофозавром давайте посражаемся. Так. Мне кажется, можно ударить.
Мы за два удара должны пробивать. Так, ну сейчас попробуем вычислить, какая стратегия у текущего противника. Ну, у него стратегия защитная. То есть, ну он проиграл уже. То есть, по идее, можно вообще тупо сидеть, ну, все баллы переносить в атаку и на третий ход атаковать, и все. Ну, сейчас попробуем. Так, супер редкий. Супер редкий. Ну, пусть будет раптор. Так, ну, два удара, 600 плюс бонус. Не знаю, хватит ли двух ударов. Ну, давайте посмотрим. Вот, он сидит тупо в защите. Так это что, каждый раз так? А где же интеллект? Ну вот, типа мы победили. Ну, такое себе. Это вообще тогда прогулка. Ребята, у вас так же? Напишите в комментариях. То есть, как бы, противник ведет себя точно так же. Все в защиту, в защиту, в защиту. Все, раз-два и убили. Так, теперь легендарный. А кто же у нас будет следующий? Так. Легендарный. Ну, пусть будет Индоминус 30. О, смотрите, нет, по-другому. О, так он меня сейчас может пробить. Но он по два обычно ставил. Но чуть, по крайней мере, проатаковал в начале. Ну, а потом опять поставил два. И гибрид. У нас есть куча разных гибридов. Каких-то, допустим, там слабеньких. О, давайте стегоцератопс. 10 уровень. Надо 30-го создать. Так, ну здесь мы выдерживаем по факту 4 удара чуть ли не по одному, потому защищаться не буду. Буду, вот еще один, то есть два хода переносим, вот первый раз перенес, перенесу второй, на третий буду атаковать. И это будет победа. На противник снова 2 балла, да. Только Индоминус хотя бы проатаковал разочек. Один. Ой, как больно. Но классно выглядит даже вот с такой раскраски, когда он еще не посинел. Ну, в общем-то, изи-катка, как вы поняли, ребята. Я думаю, ни у кого сложности не возникло. Ух ты! Рулетка из сплошных генов. Еще есть генпак. Блин, вот пролетел мимо. Блин, 125. Мало. Мало, конечно, нам попалось. Ну, что дали, то и взяли, ребятки. Так, на этом я тогда с вами прощаюсь. В общем-то, у нас, смотрите, осталось больше половины, а мы уже выполнили тоже больше половины. Так что все у нас идет по плану. До скорых встреч.